Это правильно, когда людям есть где скрыться и от дождя, и от солнца. Это хотелось бы, чтобы и Wi-Fi был бесплатный. То, что соответствует благоустройству города, это оно для жителей города, это очень здорово. Не надо там вот этих щелей делать, чтобы там скульняков не было, мне кажется. Потому что вроде как в остановку спрятался, а оно еще больше тебя обдувает. Хорошая как бы задумка, ну, жизнь покажет по качеству. Мне кажется, что может слегка как бы, ну, не прочновато, но жизнь покажет. Вообще все хорошо, в принципе, по городу мне нравится. И автобусы придумали, остановочки придумали, все вроде неплохо. Красиво сделано, но дело то, что не для нашего народа. То есть надо ставить каждого полицейского возле каждой остановки. А там могла начинать колыбели матери, чтобы мама и папа были воспитаны. Ну, конечно, нужно. Иногда с сумками идешь, некуда ставить. Скамеечки были, там по бокам закрыты было, конечно. Это для людей это надо. По-моему, это хорошее нововведение. Хотя бы хоть чего-то надо начинать. Недалеко от 173-го, не доезжая, есть как раз новые остановки. То, ну, мне нравится достаточно, да. Ну, разве что зимой бы с обогревом остановки. А так. Не, ну в целом смотрится хорошо. Эти хороши тем сейчас, вот средние были остановки среднего возраста, которые только крыша. Они ни от чего не закрывали, ни ветра. А сейчас хоть спину закрывает от ветра. А старые, что каменные, там страшно туда было заходить. Я помню, на большевике это ужас. Остановки это прекрасно, комфортнее. Так и что человек, даже если дождь в них, он может спрятаться. Конечно, очень плохо относится молодежь. Бьют, трощат. Надо, чтобы более правоохранительные органы более жестче дивилися на это все.